ящики. Ваш куратор даже отсюда слышит запах паленой резины. Оба гонщика зажгли на квотере, но мне сообщают, что когда солнце село, на финише первым оказался Тайлер. Тай, поздравляю тебя с победой. Похоже, сестра нашла брата, который может поучить ее дрэг-рейсингу. Может, не такая уж она... Сводная. Решено. Отныне зову ее младшей сестрой. Сводной. Ну что, пацаны, а тем временем у нас Дрист. У нас там есть какое-то Дрист-точло. Можно поехать на нем, а можно построить что-то новое. Ну вот это прямо мне зашло. Сука, я прямо аж передернул, я вам говорю, на вот эту вот штуку. Ну это прямо тачка, да. Причем вот так Дисуни, да, золотцем отдают, прям... Че по ценам на соляру? Видимо, не дешево. Ах, какая брычка. Так, что у нас там есть? Это дрифт-очло какое. Почему мне кажется, что мне надо что-то строить на дрифт? Давай Порш для дрифта? Где Порш, где дрифт? Не, ну, выглядит футуристичненько так-то. Подожди, что у нас тут есть? Skyline? Не, у нас есть дрифт. Вот такое. 350Z. Гри не одобряет, так сказать. Слушай, ну он такой, ничего. Да? 150 рейтинга у нее. Предлагаю эту гоночку, в принципе, покатать на этой тачке. А там, может быть, что построишь. Смотри, какой Nissan. Sky 34 для дрифта. Ну, это этот самый цареградцев стайл, да, или как-то? Давай попробуем. Смотрим, что там. Где будете вы, когда начнется революция? Какой развал, видели? Мы последние против корпоративной тирании. Мы борцы за свободу в век дезинформации. А вы не заднеприводные часом? Shift Lock. Прям мы долбимся в выпускной коллектор. Вестгейт, мать вашу. А вот, кстати, дрифт R34. Поздравляю. Ну, как-то сделан. Ты принял. Поширше колеса надо было. Покажи, как дрифтуешь, и поговорим. Ты тот дрифтующий анархист-хакер? Как там тебя? Анонист. Я все. Хакер. Я никто. Я подпольный боец. Я все, я никто. Подпольный шалун. Все? Добавить больше нечего, я понял. А, сейчас будет этот... Че? Непрерывный дрифт 200 метров. Сейчас наш дружок будет тут нитро, может, зафиксировать. Но... О, я забыл коробку включить. Кстати, механику обязательно надо включать, потому что тут дрифт своеобразный. Кстати, многие писали, что дрифт не понравился, потому что он тут своеобразный. О, я уже слышу и рот дон-дон. КПП, а вот так. А шо, валить боком начнем? Ничего, что эта шляпа не едет никуда. Простите за мой французский. Мак, нужна твоя помощь. Можешь кое-что для меня забрать? Ты иди нахуй, я занят. Ехал вообще никакущий. Он просто не едет никуда, ребята. Он на третьей вообще никуда никак. Он просто, ну вот, я не знаю, его пока закинешь боком. Это печаль, друзья. Это надо делать машину мощнее. Придется строить там что-то все-таки что-то. Ох, пацаны, смотрите, что можно взять на дрифт. Кстати, мощный. Может, чарджер ебануть на дрифт? Это прям звучит как наркомания какая-то такая легкая. Вы просто понимаете, такое, по-моему, еще никто не делал. Нормальные люди на чарджере дрэк катают там. Максимум просто гоночки. Бери. Беру. Давай посмотрим. Так. Оно сейчас стоковое, но мы сейчас насыпем. Так, во-первых, мы сейчас едем... Это самое, мастерскую сразу деталья понапихать. Все, погнали на мастерскую. Ну что, вторую? Потанцевал, есть. Ну что, он тоже никуда не едет. Не, этот побаще будет, ребята. Тут вообще нехуй что сравнивать. Тут прямо можно. Где там то заданится?
Ниссаны ваши вот эти вот. Я надеюсь, Гринни не смотрит этот стрим и это видео потом не будет смотреть. Мы сейчас на стоковом чарджере покажем вашим этим модным Ниссанам. Он прямо перчит мое почтение. А потом мы ему разводчику поднасыпем, лошадок поддобавим и все будет. Тачка демон, вот и я о том же. Где будете вы, когда начнется революция? Петушок. 200 метров там хотят от нас. Непрерывного дрыста. Поздрав. Поздрав. Надо прожить колхоз, говорят. 200 метров. Принимаю. 200 метров, так 200 метров. Сразу вторую подтыкаем. Выпускай Кракена. Я прямо на пике формы. Ебать, пика формы, давай, пошли. И тут такая третья подтыкается. Во, мать вашу, вот это я понимаю, дрифт. Сравните, так сказать, да, 350Z этот немощный. Только что там этот подзаглохли. Ничего, мы нитро подсыпем, и сейчас все будет. 200 метров уже завершено? Не может быть. Так держать. А, пацаны. Вот какие надо делать машины на дрифт. А не эти ваши, блин, малолитражки. Машины для девочек японские. Ой, ой, ой. Давай, 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 Мак. Не догоним. Сучка. Перекладочка, насыпаем. Видите, да? И охреневаете. О, какой угол дикий, блядь. Она еще и вытащила его. Это идеальный дрифт-корч, я вам говорю. No way. Мак, я сам в шоке, честно. Ай, вот что-то подровнялись. И тут подровнялись, да подналажали, подналажали. Че, еще кружок? Здрасте. Смотри, да. 80 тысяч надо было, я уже 170 нахерачил, даже под 200. Что-то мы тут просрали немножко с тобой, братан. Блин, мне нравится. Даже ничего добавлять не надо, знаете, особо. Все уже есть. Это так круто! У машинки все, что надо. А вы говорили. Ой-ой-ой, отвлекся, извините. Так, пардон, пардон. Да-да, мистер ЧСВ, как обычно. Давай, 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 да. Сколько так пройдет? Вызов брошен. Скинет Гринни. Опасно. Ну, Гринни надо покупать додж, по-любому. А то эти Ниссаны, блин. Скорость блокса. О, оно еще и мощнее стало теперь. Это он стоковый, внимание. А, перчил, как вы видели? Мое почтение, я бы сказал. Ему выворота, развалу поднасып потом. Что, надо Project Колхоз, походу. Кстати, он в зеленом цвете неплохо выглядит, да, ребят? Я понимаю, что мы все привыкли видеть Charger черным. Это прямо классика. Но, тем не менее, справедливости ради, он в зеленом цвете реально выглядит необычно. Ну так, по-боевому, так сказать. Брутально, просто максимально. Крутая бричка. И ручник работает на нем, кстати, как надо. Более-менее. Это хорошо. Ручник, постанова. Да угрелись. Да, ручник работает, ребят. Я хотел посмотреть, как это вот так будет выглядеть. Трипл-скрина не хватает. Ничего, мы его сделаем резвее, будет вообще аж такая баржа вообще нереальная. Вот прям с капота, да, ребят, чувствуется махина просто. Невероятно. Ай, стоп. И
Извините. Мы проедем прямо. Ну что, друзья, начинаем с прочего колхоза, а там дальше как пойдет, по наклонной. О, тут можно уже подвеску регулировать. Окей. Пока что так, а там посмотрим потом. Кстати, это такая машина, которую прям, ну, особо так не заколхозишь. А, у него посредине вон крюкольник. Вот так прикольнее он выглядит. Так, тоже пиздато. Делаем вот так. Бампер. Чарджер — это чарджер. Как-то вот все вот это вот, мне кажется, ему как-то там, знаешь, как писюн пришили бабе. Примерно так выглядит. Давай попробуем так пока оставить, а там посмотрим. Сейчас мы доберемся еще до крыльев. Тут тоже варианты. Если честно, вот это крыло мне нравится. Вот только насчет развала такого дикого я бы уже подумал бы. И вообще этих дисков и ширины колеса я бы сильно подумал бы. Делаем зло. Нахер сто... О, пороги пошли. Кстати, смотри, неплохо выглядит. Ну вот, соответственно, надо будет подыграть немножко. Фонари. Кстати, неплохо. Ведь прикольно. На самом деле. Пиздата. Диффузор нет. А вот банки. О! Мне нравятся, конечно, такие банки, но этой машине не подходят. Давай попробуем так корячить, а там посмотрим. Итак, спойлер, пацаны. Вообще, ребята. Вот стекло неплохо. Так, ну вот и я что-то думаю, что стекло, ну, как-то вот. Вот что-то есть вот в этой жопе, у этой тачки. Очень даже ничего. Учитывая, какие вот отверстия на пороге, вот прямо да. А ну, тормозной диск, керамика, карбон керамика, суппорт, не особо там видно, Brembo. Project Unite, смотрите, есть золотистый, кстати, неплохо, золотой можно ему вкорячить, Brembo не хочу. Теперь смотрим, что вышло, но опять же, сейчас подредактирую немножко ему подвесон. Ну, может быть, сплиттер можно добавить, либо ниже ее делать, либо ниже ее делать, либо сплиттер, потому что морда какая-то как недоделанная. А, ну и капот последнее, что осталось, что мы не трогали, ну, опять же, надо ли... Ноздри такие. Хотя и стоковый прикольный. Нет, капот оставлю, стоп, все. Что-то мне даже не хочется особо его колхозить в плане какого-то там винила и так далее. Ну как тачка, ребят? Пушка? Ровная машинка. Пошли ставить юнячки, чтобы она мощнее стала. Охренительная обричка. Реально охренительная обличка. Короче, такой себе солянка, а не тюнинг вышел. Ну да и хрен с ним, пойдет. 630 коней. Ёбушки-воробушки, поехали на следующий дрист. Сейчас будем раздавать. Поперли. Короче, Торетто одобряет такой дрифт. О, зеленая нитро, ребят. Зеленый шершень такой себе. Кстати, этой машине, возможно, зеленого цвета фонари бы сзади проканали бы. Так уж, если упороться совсем. А, как сочно. Перестраивается трафик, кстати, видели? Редко такое бывает, но бывает. Ой-ой-ой-ой, тихо тормозился. Блин, хлопает как... Вы говорите, там в форсе звук хороший. А? Need for Speed. В тоннеле. Класс. Чуваки просто добавили трафик, и это плюс ток атмосферности. Да вот и я тоже. Не съезжать с асфальта более чем 200. Так вот и я тоже, да? Реально, атмосфера сразу была. Давай, погнали. Пошел расколбас. Сколько нам там надо? 95 тысяч. 44 уже есть. Ой, что-то я тут подзатупил. А-а-а, я пытаюсь не выехать, не съехать с трассы. Все, есть. Поднакосячил, не без того. Блин, путаюсь в управлении, потому что она непривычная для меня. Так и держим. Ух, нихуя себе угол. Теперь я серьезно. Ей нету? Я на эмоциях прям. Посмотрим, чего это.
Нифига себе угол. А, мы уже собрали все, что нам надо. Зацените, идеальная форма. Ну, я бы так не сказал, но... Он на четвертый поудобнее идет. Плохо. Хотя листами надо сбрасывать. Да ладно тебе, братан. Дичайший угол просто. Я легенда. Легенда, блин. Постанова на ручнике. Угол, 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 угол. Ой, съехал. Но не больше 2 секунд. Вольно, боец. Нихера себе, 448к. Давайте еще один дрифт выполним. Неестественно, машина себя ведет. Да не, нормально. Слушай, в оригинале было гораздо хуже, поверь. Было намного хуже. Это я стопудово тебе говорю. В оригинальной игре был скрипт. Она как по рельсам ехала. Рельсы ушли полностью. Вам надо контролировать, дозировать газ, работать рулем, притормаживать. Нету рельс просто. Вот как вот привыкли в Need for Speed. Поэтому мне сейчас видели, даже было сложнее немножко. Ну и мне чуть неудобно, что у меня ручник на кресте. Должен быть на Б на геймпаде. Ну, для меня это прямо фатально, потому что я всю жизнь играю на другой раскладке. Но тут нельзя поменять. Придет видюха, надо будет 4К перепройти с модом. Да, обязательно. Чего там? 400 метров дрифт. Не... Особый не разум, Мак. Это твой план? Цитировать мне матрицу, пока я не знаю. Цитировать матрицу. Перекладка. Единственное, долговато делать эти перекладки, но, наверное, так сделали специально, что если бы она была тупо реще, то было бы еще сложнее. Но тут я не попал в траекторию совсем. И она прям уходит в такой жирный угол, надо ее контрить постоянно, ловить. Ой-ой-ой, не туда, я сюда не хотел, это была ошибка. А 400 метров я, кстати, так и не сделал. Блин, выехал на этот самый, на грунтовку, и она просто неуправляемая. Грунт и дрифт, все. Я сейчас, гляди, еще эти 400 метров не выполню. Она долго перекладывается. И это проблема для этих 400 метров. Хотя нет, сейчас вот... Блин, все равно выравнивается. Потому что четвертая передача надо. Не выравнивайся. Я не могу 400 метров сделать. Я сделал. Выполнил. Так, резкий поворот, понял. Третью готовим. Ручника. Тут прямо аж бэкварда надо так запилить. Долговато, медленновато. Ну, может быть, потом более топовые тачки начнут речи себя вести. Теряй дрифт, Мак. Как я могу быть? Угол 6. Кривая траектория, ну да ладно. Развернул. Видите, то что я говорю. Ты допускаешь ошибку, ее тупо разворачивает. И это прикольно. Прикольнее стало. Давай. Мой город, дед.
Вот как надо делать серия! Ты как бы всю передачу? Пиздык! Я не был готов к этому! Разворот. Давай, Мак. Сносим все знаки. Сорян, немножко криво, но над этим поработаем. Давай, нет. Давай, вывози четвертую. Надо больше мощи, походу. Нитро закончилось. Может быть. Прям бывает во вкус войдешь и круто. А, не хватило скорости. Я пытался, да. Оно закончилось, друг мой. Едет всю дорогу, молодец, трепается варежкой своей. Вольно. Молодец, боится вольно. Слушайте, ребят, ну не знаю. Как по мне, пушка. Как по мне, пушка. Реально. Мне уже этот спойлер странный нравится. И выхлоп этот нравится торчащий. Никогда не одобрял Charger Drift. Я тоже. Я говорю, я чисто по приколу его взял, но вышло ничего так. Единственное, надо дрифтить только на механике, потому что коробка тупит. Он постоянно вторую долбит, когда не надо, третью подтыкает, и это как бы усложняет процесс. Вот, у кого проблемы, кстати, в дрифте, поебайте, обязательно ставьте механическую коробку, чтобы у вас не было таких проблем. И сами регулируйте. Крутая игра на самом деле с модом, мне очень нравится. То есть раньше он был такой, на пятерочку по 10-бальной, но на шестерочку максимум, то что, ну, на разок пройти. То сейчас реально его интересно поиграть. Поковыряться. И графически, и звук нравится, и физика, в принципе, интересная. Другая игра, хорошая игра стала.